Как у нас в Греции дела? Ну, я бы сказала, что с Грецией у нас дела сложно обстоят достаточно. Вряд ли человек, который задает вопрос, сможет изменить свою жизнь в ближайшие 5 лет, но в ближайшие 10, скорее всего, да. Я хочу сказать, что, конечно, вопрос задан очень корректно. Благодарю я нашу вопрошающую за него, потому что она задала косвенный вопрос. То есть, когда изменится ее жизнь к лучшему, ну, к лучшему вообще, когда она изменится через 5 или 10 лет, и, собственно, вопрос касается наследства, то есть она впрямую не спросила, когда я получу наследство. И я очень благодарна ей за корректность вопроса. Но могу сказать, что 5 лет это вряд ли, а 10 лет да. И, скорее всего, она останется жить в Греции. Это мое мнение, я так считаю. Она будет прекрасно жить после этого, После Олег. наследства, после получения. Да, после получения наследства, но до этого ее, конечно, некоторые мытарства ожидают. Мнение твое, почему такие вот какие-то вот испытания на ее долю попадают? Я думаю, что у нее действительно такая матрица интересная. Это человек с довольно большим количеством троек. Творческая натура, но еще больше у нее единиц матрицы. И она вообще родилась в 1953 году, который был славен своим холодным летом, да, и некоторыми еще обстоятельствами, тоже историческими. Я думаю, что она родилась в России. 1953 год, год змеи, Юпитер в близнецах. Юпитер находится не в знаке своего возвышения, не в своем доме. Человек мудрый, перед нами человек мудрый, человек очень интересный и человек очень умный, но и очень авторитарный. Поэтому, очевидно, настроен очень критически и очень проницателен, но и наверняка пыталась, вернее, наша вопрошающая, очень многие вопросы своей жизни брать под контроль, брать их на себя, решать сама и, соответственно, не делегировала возможность решения этих вопросов и проблем другим людям. Честолюбивый очень человек, очень честолюбивый. И, возможно, сталкивалась по природе с людьми, которые не настолько хорошо относились к ее авторитету, как ей бы хотелось. Ну вот, она авторитетна, да, она очень много знает и обладает хорошей интуицией. Достаточно терпелива, но в то же время такая королева, которая в определенный момент она стала, наверное, много конфликтовать с окружающими людьми. Но человек крайне интересный, вот что я скажу, и не вписывающийся в какие-то обыденные рамки. Из-за этого страдала.